Всем привет! Я Леха Колесников, представитель из Freestyle Motocross. Мы в гостях у моих друзей в Байкленде и находимся мы у витрины. У какой? Находимся у витрины старых наших добрых друзей Кардо. Кардо — незаменимые наши помощники, друзья, с точки зрения моих лично покаталок на снегоходах с друзьями, на мотоциклах эндуро, проведении моих лагерей Колесников MX Camp, тренировочных процессов, монтажа площадок, переговорочной системы. Работают всегда просто безупречно, и с каждым разом я убеждаюсь, насколько же это полезная и крутая вещь. Вот. На витрине, на самом деле, здесь очень много всего присутствует. Я пользуюсь достаточно банальными такими пакток-болт, я знаю то, что у меня есть. Вот. Очень многие переговорок я вижу первый раз, и вот у меня в руках сейчас вот такой вот образец, вот он здесь тоже на витрине, Pact of Black. Это такая типа лимитированная версия, Special Edition. Она визуально отличается только тем, что она полностью черная, нету серых вставок, ничего. Она отличается количеством работы аккумулятора. Она отличается гарантией, хотя я не понимаю, зачем, у меня никогда в жизни с ним ничего не происходило. То есть, по-моему, если не ошибаюсь, на обычный Pactok Bolt раньше была что-то там 1 или 2 года, то на эту 2 или 3. То есть гарантии чуть больше, но типа дольше работа аккумулятора. И еще немаловажный момент. Больше работы аккумулятора — это одно, но еще кардинально новые, с лучшим, с более лучшим звуком, абсолютно новые, большие наушники JBL. Здесь должны быть вот такие вот плямбы, которые монтируются универсально вообще во все абсолютно шлема. У меня такие штуки стоят и в кроссовом шлеме, и в кроссовом шлеме, в котором я езжу на снегоходе, и в дорожном шлеме, в котором я езжу на дорожном мотике. В общем, поэтому достаточно универсальная штука. Вот. Я не уверен, то есть думаю, что по характеристике самой работы, по там длине дистанции, по всему, остались точно такими же. Вот. Знаю только то, что гарантия больше, цвет отличается. Вот, а в целом вещь на самом деле незаменимая. Я на своей шкуре это испытал, и сейчас ни один выезд у меня не обходится. Но, во-первых, всегда ты едешь на мотоцикле, у тебя подключен телефон. Да, то есть у тебя либо играет музыка, но у меня лично либо играет музыка, либо подключен телефон. Что, соответственно, не нужно останавливаться, не нужно ничего вынимать, нажал кнопку, ответил. Да, то есть надо там голосовой набор, если настроен, то можно там что-то даже набирать. Вот, поэтому я считаю, что на дорожных мотоциклах, на снегоходах, эндуро, это просто вещь незаменима. Вот, так что, кто не приобрел, рекомендую попробовать.